участники сегодняшних состязаний. Добрый вечер, меня зовут Владимир Спецов, и гости нашего города. Добрый вечер всем болельщикам, кто сегодня пришел на стадион «Ангар» поддержать команду «Ростов». Конечно, заключительный этап чемпионата России. Естественно, самые сильные, лучшие спортсмены сегодня предстали перед вами. Именно эту гонку болельщики и любители спидвея крестили как самый сильный, самый зрелищный бой до сезона. Мы не будем забегать вперед, посмотрим сегодня. Именно для этого мы все вместе с вами здесь собрались на стадионе «Ангар». Мы, конечно же, начнем с представления наших команд. Традиционно команда гостей. Команда «Турбина», город Балаково. Я не будем подолгу, все сегодня быстро сжато. Стартовый номер один. Мастер спорта международного класса Роман Поважный. Второй стартовый номер. Мастер спорта Андрей Кудряшов. Третий стартовый номер. Легионер наших гостей Петр Продашевич. Четвертый стартовый номер. Юниор команды, кандидат мастера спорта Денис Носов. Стартовый номер 5. Кандидат мастера спорта Максим Лобзенко. Шестой стартовый номер. Кандидат мастера спорта Илья Чаев. Чемпион России среди юниоров. И седьмой стартовый номер. Мастер спорта международного класса Эмиль Сайфетдинов. Главный тренер команды Олег Волохов. Представляем команду «Восток». Восьмой стартовый номер. Наш легионер, чемпион Юга Австралии Дрой Батчелор. Номер. Юниор команды, кандидат мастера спорта Иван Лисик. Стартовый номер 10. Мастер спорта международного класса Ренат Гафуров. 11 стартовый номер. Кандидат мастера спорта Михаил Лысик. Делайте поправки в программках. Стартовый номер 12. Кандидат мастера спорта Александр Сиряк. 13-й стартовый номер. Кандидат мастера спорта Вадим Тарасенко. И стартовый номер 14. Капитан команды «Восток», мастер спорта международного класса Григорий Магутов. Главный тренер команды Игорь Столяров. Thank you.
понеслась. Вот он, самый интересный заезд. Стоит, значит, еще.